телефон забирали, деньги забирали и 4 кольца забирали. Мы догнали девушку, сбили, забрали у нее 4 кольца, деньги забрали, 1000 рублей, 2 телефона и убежали. Где совершали в основном? Одну совершили на Бакулина. Сбили мужика, забрали фотоаппарат и 1000 рублей. Взяли фотоаппарат, вот эту сумку, забежали за гаражами. Все повыбирали и выкинули сумку. Сотрудниками оперативного подразделения Дзержинского отдела полиции установлены, задержаны и изобличены двое молодых людей, приехавших из Закарпатья, возраст которых 18-19 лет, которые в вечернее и ночное время в центральной части города с применением физического насилия совершали грабежи. В настоящий момент установлена причастность к 4 грабежам, ведется следствие и устанавливается причастность к иным совершенным преступлениям аналогичным способом.